Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу ADS Trixir. Что хочу сказать, букс не платит, не тратит на него время. Значит, я 25 сентября как заказала вывод, так вот он у меня в пейдинге и висит. Больше никуда ничего отправлять не буду. Провалился проект. Пустили людям пыль в глаза. Я думала, проект серьезный, раз у них токены, как бы первый блокчейн ПТС. Этой монеты еще даже на бирже нет. И, скорее всего, это шлак. Вот. Так что не платит, не тратьте время на этом. Все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.